Фестиваль начался в 10 часов утра. Возле краеведческого музея его сотрудники – главные организаторы праздника. Открыли фестивальную программу показательное выступление губернаторского кадетского корпуса. Затем ребята заложили новую аллею, посадили каштаны. Музейный фестиваль стал новой культурной традицией и заметным событием в жизни Димитровграда. И проводится уже третий год подряд. В этом году он посвящен многим хорошим, добрым юбилеям. 70 лет Ульяновской области, 365 лет отметил город Ульяновск и 315 наш родной город Димитровград. Один из подарков родному городу – деревянная скульптурная композиция, посвященная Колобку. Затем все гости переместились на площадку за краеведческим музеем. Здесь расположились участники фестивальной программы. С каждым годом их становится все больше и больше. В этом году на третьем фестивале у нас 34 заявки поданы. А количество считать участников трудно, потому что заранее не сообщают, сколько приедет. Ну, вы вот визуально так видите, что здесь, ну, 500 человек, конечно, есть, потому что и не только участники здесь, и горожане. В фестивальной программе традиционно принимают участие школьные музеи, библиотеки, общественные организации, коллекционеры, творческие коллективы и мастера художественных промыслов. Причем не только из города, но и Меликесского и Новомалыклинского районов. Ведь фестиваль зональный. По трем номинациям, в том числе родному городу, посвящается, победители и призеры получили памятные призы. Арина Макарова, Виталий Немов, новости Димитровграда.